Капкан для преступника. Бойцы СОБРа Росгвардии провели спецоперацию по задержанию подозреваемого в убийстве. 18 апреля 2017 года в заброшенном здании около кладбища села Фряньково Фурмановского района Ивановской области было обнаружено тело 45-летнего жителя города Фурманово со множественными ранениями в области живота. По данному факту Фурмановским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области возбуждено уголовное дело об убийстве. Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили местонахождение предполагаемого преступника. Однако, учитывая его личность, мужчина неоднократно был судим, и то, что он, вероятно, вооружен, для задержания привлекли бойцов СОБРа. Сопротивление оказать вероятный преступник не сумел. Подозреваемый взят под арест. Идет следствие.